Лидок сошла с ума. Привет, ребятушки, я, наверное, на проводе. Что у меня на голове рубится, а? Хоть вы мне скажите что-то. Ладно, сейчас переоденусь, переобуюсь, начну загружаться. Не, вы только обратите внимание, как тут все чисто скрипит, пищит, аж это самое. Сегодня будем делать острый соус, называется арабьята. Арабьята — это значит рассерженная до потери пульса. Рассерженная. И он делается, очень легко он делается. Нарезается горький перчик. Сейчас, кстати, надо включить печку. Нарезается горький перчик, чеснок. Все это немножко притушивается на сковородке с оливковым маслом. И потом добавляется туда помидорчик. Тут мы залили уксуса. Сейчас включим, чтобы немножко подходили. Остается немножко на трубе. Вроде вода у нас и не жесткая, и в то же время винься хочет из утра. Никому не надо похмелиться. Забираем наши нарезанные овощи. Грузим, загружаем. И вот такой пикантный соус очень любят марокканцы. В субботу их не было, сегодня, смотрю, они уже есть. Так что будут они у нас кушать пикантиссиму пасту. Хотела вам сегодня показать рецептик курей, которые мы будем запекать в духовочке целиком и потом резать на 4 части. Пошла в холодильник, представляете? Заказчик ошибся, и вместо курей мне прислали куриную грудку свежую. Так что сейчас придет лука, посмотрим, или мы сделаем целиком куриную грудку, и будет у нас аросто ди колу. Или мы просто ее тогда порежем на части. Ну и уже сделаем на свой манер. Ребята, кто меня бьет по ночам, а? Все руки сыни. Непонятно. Ничего не делаю дома на выходных. Стою побитая. А? Ебаться так можно? Издеваться. Сама над собой. Раскладываем быстренько карты веером и пуховочку. Кто умеет тасовать карты, тот быстро и овощи умеет разложить, да? Не, я в карты не играю. Это так что-то на ум пришло, но мало того, что не умею, еще и не любитель. Нам в детстве запрещал. Мама, да, не дай Господь Бог, она видела нас с кем-то играющими в карты. Летала я к сыром и козы. Тикав дальше, чем бачил. Вам такая знакома? Мне тоже. Так, ладушки, не буду вам тараторить с утра голову наговаривать, потому что работки у меня хватает. Надо все это быстренько, пока лука придет, пару троек и соленые торты надо поделать, и овощи, и томатик поставить. В общем, всю заготовку, подготовку сделать, еще и ложки-вилки перемыть. Каждое утро я все перемываю, чтобы это у нас было шуршащее, блестящее, чистенькое. Открыла формы на работе. Видите, здесь одна получается выше, другая ниже. Размеры не одинаковые, но высота разная. Ну ничего, вот это вот как раз рыбная, а это такая для цельного шматка мяса, как здесь, видите, роста. Так что подойдут. А вот покрытие все равно не пойму, что тут на нем написано. Эрнест, это та же фирма, что и наш. Все понятно. Оло ай керри. Тут розмаринчик у нас такой, букет розмарина, сливочки, зажарка лучок. Белое сухое вино и грудинка. Такая бомба вышла. А, какой керри у нас получился.
это котлетки булькают, канелончики загорают, халпетончик тоже с пиццатино ди пеши, рыба с картошечкой. Очень нравится марокканцам, итальянцам тоже. Так, наш соус арабьята, такой пикантный, и соус креветки, цукини, сливки, песто, помидорчик, паста, рис. Так, гамбургеры я положила, все нормально. Витринка у нас готовая. А у нас еще в духовке еще одно блюдо. Сейчас я его выложу. А, хватайте. Тортики. Тортики. Вот этот вот вкусный с шоколадом. И малинка, и ежевичка. И что только нема. Все, осталось помыть пол. Помыть пол и все. Как вам наша погодка? Опять шепчет. Плюс 16. Конечно, дождя нет. Но такое вот. Вот такое вот. Все это. Машинка. Ты когда на тех осмотр поедешь, а? Когда Лилёк соберется тебя отвезти. У нас в феврале техосмотр. Смотрите, какая у нас трава растет. А? Акульбаба. Вот это зима, да? Ладно, пошла я. До Луиджина стирочку заберу. Ой, как хорошо, тепло. Такая зима, это вообще шикардозная. Лучше не придумаешь. Кукуськи. Вот какие картины у него. Видите? Шикарные. О, да будет свет. Захожу. Раз есть деньги, значит есть стирка. А есть стирка, значит есть и уборка. Но я сейчас выскочу на огород, нарву петрушечки. И заберу стирочку. А, видите, две горки. Только этого мало. Ну, давайте две секундочки расскажу. У моего жлуки закончился срок. Испытательный срок закончился. 10-дневный. Он закончился в субботу. Естественно. А он мне написал такое письмо. Как тебе, что тебе, куда тебе? Я говорю, вот так, спокойный, говорю, уравновешенный, ничего руками не хватает, в перчаточках, аккуратист, говорю, очень вежливый с людьми, кушает после того, как уже все поели, мы все помыли, он садится, кушает, поэтому у меня вообще претензий никаких, я ему сразу, окей. То есть контракт ему продлили, конечно. Сегодня у нас такой приличненький наплыв людей. Мы в порту, сейчас этот вирус корона везде шагает. Нам сегодня привели в Макдональдс группу деток, вот таких маленьких, маленький зал, забили этими детьми. Я говорю, конечно, меры предосторожности, это вообще выше крыши. Вот. Полный зал школьников, студентов, боже. Мы раскидали наш обед вот так. Вот. У нас вообще ничего не осталось. Ну, а Лука говорит, а сколько мы денег сделали? Я говорю, где-то около 800. Он говорит, мало. Я говорю, нифига себе. Говорю, пацан, ком кальма. Будет, говорю, и больше. Говорит, хочу, чтобы каждый день было 900. Ну, надо ж потихоньку. Один другому сказал, тот третьему, тут пятому, тут десятому. Так народ и собирается. Так что потихоньку, не сразу вся рыбка ловится. Сегодня у нас, конечно, вот этот карри разлетелся. Я же говорю, перепутала моя поставщица. Я даже не знаю, по какой я цене купила эту куриную грудку. Завтра она придет, завтра я ей сделаю кукен-квакен. Завтра она мне три куриные грудки выдаст вместо одной. Должны были быть куры, а пришла грудинка. И свежая, и замороженная. Говорю, ты ж так не шути. А сегодня у нас песто улетело, ребята.
пачками улетала. У нас еще столько песто не улетало никогда. Прошлую неделю его вообще никто не ел. А завтра мы будем делать пасту. Хочет Лука сделать карбонара. Вот эту пасту надо вам показать. Конечно, желательно, чтобы яйца были уже в коробочке. Есть у нас такие яйца в коробочке. Но у меня свежие яйца, поэтому мы их взлохматим. Отдельно сделаем, у меня есть кубиками нарезанная панчетта. Отдельно сделаем соус, отдельно сделаем эту яичную массу. И потихоньку на сковородке каждую порцию пасты будем превращать мы в карбонару. Так что завтра у вас будет хороший рецепт пасты. Ну, кто, конечно, любитель прикопченной такой свининки и с яйцом. Я думаю, всем понравится. Вадюха, тебе точно понравится. Так что, если кому что-то не ясно, спрашивайте. Сегодня соус керри, ну, он был самый обычный. Все у нас начинается с того, что мы начинаем жарить. Если это рыбное блюдо, то это чеснок и петрушка. А если это мясные блюда, то это лук, морковка, сельдерей, иногда просто лук. Поэтому все начинается с зажарки, с оливкового масла, а потом уже все вот это добавляется. Это готовится все очень быстро, все на раз-два, и Галя дома. Но вы знаете, что я вам хочу сказать? Котлеты, вон и в Африке котлеты. Я сделала такой протвиняку котлеты, они улетели у меня. За милую душу самые первые. Последняя котлета оставалась, мы подведаем, а у меня старичок приходит поздно. Просил пасту, говорю, сейчас мы тебе сварим, потому что у меня даже паста, та, которая приваренная, закончилась. Говорю, сейчас мы тебе сделаем. Так он сел, пока готовилась эта паста, он слопал эту котлетку с овощными добавками. Я говорю, ты сегодня ешь наоборот. Он говорит, так вкусно. Я говорю, ну и на здоровье. Так что такие, ребятки, дела. Так что спрашивайте, мы отвечаем. Пошла ее там стиркой заниматься. Всем пока, до завтра.